пожаловать! Наш сегодняшний гость! Синтия близко знала кого-то по имени Томас Зейн. Но кто это? Том вернулся, враги Тома что-то замышляли в роскошной гостинице. Просто плод воображения. Кошмары стали подступать. Синтия улыбнулась. Бывший любовник? Может, Том был одержим? Пау. Пау. Заработал. Нельзя. Поднимись! Да ну ты дура! Ты конченая вообще? Что ты творишь? Будет полная хилка. ХПшечка. Долго бежать. Что происходит? Значит, опять люлей получу. Потому что тут идти некуда. Пиздец. Тихо. Что с тобой? Зарядись. Нормально. Надо срочно передать щеклончик Вейку и все исправить, но она все еще в руках бюро. Ланчбоксик. Ё-моё! А, у меня патронов, а мне пизда. Пиздец. Дитя только мать защитит и спасет. Только дома малышка покоя придет. Ну, дома... Ребенок. Защитит и спасет, ну, наверное, мать? Thanks, Saga. Нет. Только дом злое чудище стороной обойдет, только дома малышка покой обретет. Лишь помолиться и сладостей дать. Плут. Keep trying. Старец, лось, олень, волк? That's not right. Нет. Монстр. Допустим, а если малышка и монстр? Где он? Отлично. Надо в ячейку, ну-ка. Мне просто уже тупо интересно, сколько их там. Я, как минимум, две ракетницы уже использовал. Ну? Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая.
Восьмая. Ой. Девятая. Походу, это баг. На предметы, да? Вот это прикол, а. Капец. Спасибо, Санта. А что делать со всем этим добром? Пять маленьких монстров отправились в море. Хотели узнать, кто стихию поборет. Пять маленьких монстров отправились в море. Хотели узнать, кто стихию поборет. Они плыли на лодках вперед и вперед, покуда один не упал. Мамочка плачет на море, кричит, а в море в ответ говорит. А море в ответ говорит. Пучие не сгниют, их нигде не найдут, если лодки продолжат кричать. Что, блядь? Что? Что? Пять маленьких монстров отправились в море. Так, ну, море – монстр. Логично. Раз. Хотели узнать, кто стихию поборет. Они плыли на лодках вперед и вперед, покуда один не упал. Или здесь монстр? Мамочка плачет на море, кричит. Может, здесь мать? Кукла мать? А здесь монстр. Okay. Ха! С первого раза. Схрон. Спасибо вам, придурки. Не за что. В смысле... 8, 9, 6, 1, 2, 7. 8, 9, 6, 1, 2, 7. Замечательно. Мне вас класть некуда всех. Ладно, есть. Трепещи перед тьмой, перед лесами. Так, патроны, гранатка. Инвентарь полон. До меня не сразу дошло, что речь в подсказке не о заднице Санты. Зачем все усложнять? Почему нельзя просто отдать эти гребаные ключи? Действительно. Так. Ракетница на одну. Но я бы выкинул на самом деле эту подвесную. Я вряд ли ей буду пользоваться. Тем более у меня их много. Бежать. Два патрона, кстати. Жалко. 17-1. Баллон с газом выкину. Выбросить. Еще? Нет, для дробовика патроны точно тратить не буду. Ну вот два патрона для пистолета, вот они ни туда, ни сюда, в принципе. Еще? А нельзя выкинуть? Допустим. Да вы издеваетесь, оно что, бесконечное? Как она вообще работает? Хотя бы посмотрю по приколу. Ага. Прицеливаешься и бум. Неплохо. Куда ее столько и почему оно не так? Одна в одну не складывается. Так, этот домик далеко? В принципе, тот домик недалеко, но я боюсь, что опять какие-нибудь сволочи появятся. А я не хочу с ними драться. А что делать? И на карте не хочется, чтобы эта отметка валялась. Так, ладно, еще баллоны выкинуть. Их много. Почему эту подвеску нельзя использовать? И батарейку точно нельзя. Мне нечего. Мне тупо нечего больше. Надо ячейку. Ну-ка. Мне просто уже тупо интересно, сколько их там. Я как минимум две ракетницы уже использовал. Ну. Третья.
Четвертое. Пятое. Шестая. Седьмая. Восьмая. Ой. Девятая. Походу, это табак. На предметы, да? Вот это прикол, а. Капец. Спасибо, Санта. А что делать со всем этим добром? Первая часть, вторая часть, третья. Так, ну-ка еще раз попробую. 7-3-0. 7-2-3, точнее. Не понял. Я ж пробовал. Инвентарь полон. А Мэс это локализованное искажение реальности. Возможно, территория за пределами города не подвержена влиянию АМС. Иногда их плохо... Если у вас получится остановить его распространение, ваша дочь может и не пострадать. Да долбали, не дают субтитры уже! Ты чё такой быстрый? Ну, мне долго тебя ждать? Вылазь, собака. Ой... Я думал, ты не залезешь в дом. Ты что тут делаешь? Ты как дверь открыл, сволочь? Еще и прыгает тут. Попрыгунчик фигов. Чека доступа направо. Все. Тебе нормально? Нормально тебе? Ему, видимо, нормально. Ну давайте. Так, у старика слепого так сложилось. Детишек заиметь не получилось. Он олененка взял на воспитание. И как в каком-нибудь предании, тот полюбил его в ответ. Так сложилось, детишек заиметь не получилось. Он олененка взял на воспитание. Тот полюбил его в ответ. Ну, допустим, олененок полюбил в ответ, значит... Там кто-то дверь открыл, а старика... Может, в дом? Старец? Doesn't make sense. Бессмыслица какая-то. На глаз старца? Make sense. Логично. Кто-то ходит. Теперь еще и управление шерифа. Ты что такое? Говорят, они высадили. Привет, Мерсеттер. Рада встреча. Пилосик. Достижение с ничего. Берегись злой ведьмы. Правило. Первое. Кто-то должен быть злой ведьмой. Второе. Остальные убегают и прячутся. Третье. Если ведьма крикнет «берегись», все ищут новое укрытие. Четвертое. Если укрытие уже занято кем-то, надо убить его. Пятое. Если вас коснулись, вы убиты. Шестое. Если вас нашла ведьма, вы тоже убиты. Седьмое. Если вы найдете убежище ведьмы, она поймана. Сождите ведьму. Какая веселая игра. Нет, там идет белая ночь. Белая ночь опустилась, как облако. Ветер качает на лунных листьях. Ну подходи, кто не сыт, лишь ко мне. Ага. Нравится? Нравится? Я не такое могу, черти. Утраченный фильм. Белая ночь опустилась, как облако. На культ слова. Твою мать.
Почему вас тут так много? Белая ночь. Что это было? Ну, это слово силы мы уже нашли. А сейчас бой не будет. Мне кажется, я готова. Так мы все равно не вытащим тебя. И вот так будет с каждым, уроды! А! Не то! У меня нет заряда патронов, подождите! А что я сделал? Ага, ладно! Не то я хотел сделать немножечко, ну допустим. Так, раз! И тут встречаем чудика. Два. А он сзади. Перезаряжаемся. Дальше. Вот так. Бамс! Ага. Не угадал? Ну? Где я второй? У меня есть ракета, я не побоюсь ее использовать. Тьф, щеголы. Я очнулся. Я вернулся. Чувствую себя отвратительно. Что это? Я умер? Я правда умер? Она поглотила меня. Тьма поглотила меня. Что за бред ты несешь, дружище? О, черт, 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 черт! Соберись, приятель. Возвращение. Я писал возвращение. Что-то пошло не так. Я писал его столько раз, но у меня так ничего и не вышло. Почему? Я забываю. В чем дело? Со мной что-то не так? Или проблема в чем-то другом? Я что-то упускаю, что-то очень-очень важно. Я должен писать. Да, конечно, это понятно. Я ясно даже дураку. Я написал уход. Сработало как надо. Кажется, перед уходом должно было быть что-то еще. Что не хватает между уходом и возвращением. Цели, испытания, извлеченных уроков. Инициация, точно. Этого-то я не писал. Подготовить почву, расставить реквизит. Не может быть возвращения без инициации. Точно, верно. Инициация, я должен написать инициацию. Светлый шарик на фоне неба взлетает все выше и вниз. Гаснет свет и темно, как в склепе, а во тьме поджидает сюрприз. Но рябью пошла поверхность, нельзя доверять отражению, скрытый через смотрящий вечность. Он же кратер, покрытый темью. Это ритуал, который завлечет тебя. Твои друзья познакомятся с ним, когда ты уйдешь. Хорошо. И дверь открыта. Сюрприз! Сюрприз! Да здравствует сюрприз! Дихарта. Так. Ничего, ничего. Ну все! Ах ты! Ах ты! Ах ты! Ах ты! Иди сюда, ты тут? Как на постере, так и в жизни. Вот, без всяких ваших фотошопов. Как говорится, за гранью тени, где ты ютишься, сверкает чудо. Но только когда наступит утро. Эта белая ночь пожирает человека. Блин, олени, блин. Вот и потанцевал до утра. Потанцевал. Я обернул его ножом, потом еще, еще, еще. А он обделался.
Ползал на четвереньках в канаве, в усмерть, усталый, и все молил о пощаде. Милый братец. Спаси, мол, понимаю. Ну, охренеть. Что если вся игра это просто сон, и мы переключаемся между снами Алана и Сагой, а? А? ТЗ. А-ля Алан Уэйк. Вот это вот все зажечь ракету мешает. Наконец-то. Спасибо, любимая. Он нахуй просто. Что здесь происходит? Это не петля. Это спираль. Это, наверное, не такая спираль, которая вот так вот идет. Круга она. Вот идет. Начинается, и все дальше, 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 но в какой-то момент она все время приходит в одну точку. И вот дальше, дальше, но постоянно переходит через вот одну точку. То есть вот, 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 вот. Не вот так вот просто, а вот. Фонарик справился со своей задачей. Я так понимаю, теперь там дверь будет открыта. По крайней мере, я на это надеюсь. Сезам, откройся. Спасибо. Где? Где контейнера? Что за бредятина? Вот, они тут должны быть, так? В камере. Три контейнера. Как так выходит, что я ни одного из них не вижу? Вот один здесь. Где? Ну хрен с вами. Где? Вы в тупике, что ли? Стоп, а где проход? Вот чего он. Где оно? А вон оно. Я точно правильно пошел. Раньше тут врагов не было. Дурачок местный. Местный одержимый дурачок. Малышка! Мы почти на месте! Сегодня переехал уже 400 мы! Никакой молот автобусу и в подметке не годится! Рулю одной рукой! Встретимся на берегу. Песня готова? Почти. Один сочинил охренительный припев. Душу свою спаси, просись, обновлены имя его голоси. Это я сущность призываю из глубин. Клевые ребята. А почему мы так же не поехали? Поехали бы просто за ними. Или все. Просто и легко. Братан, дерево! Дерево! Какое дерево? Ты сидит дерево! Бум! Что за урод отстал дерево посреди дороги? Мы не на дороге. Следи за дорогой, дедушка. Педаль пол, братан. Ну! Нападайте, черти. Блять. Ну да, блин, а как мне успеть переставить большие аптечки куда-нибудь? А ну, что за хрень? Дайте помощь фальшфейерную! Пиздец. Как это пройти? А хрен его знает. Да я у
Увернулся! Увернулся я! Так, а патроны... А я не могу стрелять! Это прекрасно. Это просто замечательно. Значит, врагов здесь быть не должно. Значит, бояться тут нечего. Вот их хорошо. Кто-то внутри. Твою дивизию. Тихо. Все в порядке, все хорошо. Ай-яй-яй. Да я нажал. План Б. Идите в сраку. Игра близится к финалу. Да попади ты по нему, его можно? Блин, его, оказывается, можно убить. А все, нет, пиздец. Тихо. Идите в жопу. Ага. А где? Пиздец! Задолбался, я уже вздыхаю. Тихо. Да ты сдохнешь или нет? Стой! Остановись! Тихо! Нет! Фальшфейер! У меня есть фальшфейер! Я успею зайти внутрь! Да внутрь ты зайди, курица!